Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, дорогие конники! За окном весна. Полное обновление! Да, полное, я гляжу, и пиджачок у тебя новый. Кстати, по дороге в клуб встретил старого друга, который рассказал мне просто ужасную историю про пиджак. Про твой? Нет, слава богу, про свой. Представляешь, его жена подложила в карман пиджака свою губную помаду, чтобы устроить шуточную сцену ревности. Ну, посмотреть, как он отреагирует. Шутка удалась, он во всем признался. Откуда ты знаешь? Просто женская интуиция. Страшнее женской интуиции может быть только женская логика. Как это у вас звучит? Лучше по-хорошему скажи, иначе я сама додумаю, хуже будет. Глядя на твою обновочку, вспоминаю, как мы с тобой в Хикстеде зашли в магазин мужской одежды. Ага, это когда я попросил снять с витрины ярко-желтый пиджак. Да-да-да, и когда продавщица с большим трудом сняла его с манекена, ты удовлетворенно провозгласил: «Слава богу, меня больше не будет раздражать эта ужасная безвкусица витрины». Странный месяц март. Случилось невероятное количество различных международных праздников. Вот 1 марта был Международный день кошек. Кстати, у мужчин и у котов много общего. И те, и другие становятся подозрительно ласковыми, когда... Когда хотят есть. Или когда изрядно накосячат. 8 марта. Международный женский день. 14 марта. Мир отметил день числа Пи. А 20 марта был Международный день без мяса. Какое символичное совпадение. 20 марта был еще и Международный день счастья. Жень, а почему мир не отметил 18 марта? Почему не отметил? Пожалуйста. 18 марта – день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Нет, я имею в виду выборы президента Российской Федерации. Хотя в какой-то степени его тоже можно назвать работником бытового обслуживания населения. Женя, почему День работников культуры России празднуется 25 марта, а Международный день культуры 27? А, так это мы таким образом дифференцируемся. Наконец-то перестал быть актуальным извечный вопрос для России. С кем вы, мастера культуры? В смысле, что мастеров все меньше и меньше? Не, мастера-то еще есть, а вот культуры все меньше и меньше. Ну давай говорить только о хорошем. Весна, птицы поют, солнышко светит. Дети в пуховичках бегают. Скоро наступит самый веселый праздник весны – День дурака. Главное в этот день много шутить, потому что если не пошутишь, почувствуешь себя последним дураком. Ага, а если пошутишь, то первым. Жень, а почему День дурака отмечается 1 апреля, а День блондинок – 31 мая? А видимо потому, что только к 31 мая до блондинок наконец-то доходят все первоапрельские шутки. Женя, ну хватит. Лучше расскажи, какие у нас в клубе новости. Что новенького, что пишет про Dart Today? Знаешь, теперь, когда у нас появился свой клубный медиаресурс, мне стало гораздо проще ориентироваться не только во внутриклубных новостях, но и в целом в новостях конного спорта. Потому что Продар Медиа объединил информационный дайджест Продар Тудей, клубное радио Продар ФМ и, конечно, наш любимый Продар ТВ. Каждый понедельник в свет выходит еженедельная новостная авторская клубная рубрика нашего медиа-директора Анны Карповой, где рассказывается о событиях и мероприятиях олимпийского конного спорта в мире, в Европе, в России, в Продаре. Радио Продар ФМ дарит нам замечательные музыкальные композиции, а Продар ТВ – хорошее настроение. Так вот, читаю рубрику «В Продаре». 5 марта прошел очередной понедельник с Ниной Меньковой. Еще новости. Генеральный директор клуба Александра Карелова проведала лошадей-пенсионеров в конном заводе «Поворот» в Коломенской области. В рамках арт-галереи «Конюшня» открылась выставка члена клуба «Продар» Кристины Гейлер «Отражение». 24 марта состоялась открытая тренировка под руководством Ольги Соболевой, Александры Кареловой и Валерия Тишкова, по окончанию которой прошел дискуссионный клуб. Традиционные мероприятия. Круглый стол, рецепты успеха и чаепитие с президентом клуба, а также замечательные уикенды в ресторане Art & Horse, уже ставших знаменитыми. Ну и, разумеется, визит в фойе нельзя никак обойти вниманием. В течение вашего визита вы уже посетили 3 российских конноспортивных клуба. И, конечно же, вы видели много других клубов в Европе и мире. Расскажите, какую роль клубы играют в конном спорте? Конноспортивные клубы играют основополагающую роль в спорте.
Ведь именно они принимают у себя крупные турниры и мероприятия. Посетив российские клубы, мы увидели, что у вас есть все, что необходимо для выхода на топ-уровень конного спорта. Мы действительно под невероятным впечатлением. Мы уже видели 3 клуба, и еще 2 мы должны посетить сегодня в течение дня. Я действительно верю, что Россия может сыграть большую роль в развитии и будущем конного спорта. В прошлом вы уже доказывали это. У вашей страны 15 олимпийских медалей и, насколько я помню, 26 медалей чемпионатов Европы и мира. Так что у вас есть все, чтобы вернуться на мировую арену. А для нас стало большим удовольствием побывать здесь и видеть своими глазами, что все наши представления и надежды становятся реальностью. Так что март у нас был очень насыщенным. А что у нас из нового? Из нового? Сейчас, а из нового и сверхважного. Вот, пожалуйста, анонс. 17 мая стартует серия турниров на Кубок фонда Ваня. Кстати, у нас сегодня в гостях директор серии, мастер спорта международного класса, один из директоров клуба «Продар» и учредитель фонда Ваня Валерий Тишков. Валерочка, привет, дорогой. Привет, Валер. Привет. Присаживайся, пожалуйста. Валер, слушай, я слышал, что идею проведения Кубка фонда Ваня по выездке поддержали ведущие российские клубы. Да, и мы очень рады тому, что такие столпы российского конного спорта, самые авторитетные клубы «Отрада», «Максима», «Форсайт» и «Продар» объединились на благородной платформе. И вообще участие в конно-спортивных благотворительных проектах, направленных на поддержку как очень известных, так и рядовых конников, это своего рода экзамен на зрелость. Да, Валер, есть ситуации, в которых просто невозможно оставаться слепыми и глухими. Например, сейчас одной из главных задач нашего фонда является организация и проведение операции по протезированию сустава для олимпийского чемпиона по конкуру Николая Павловича Королькова. Сегодня человек, выигравший для нашей страны главные трофеи планеты, нуждается в нашей с вами поддержке. Пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем конникам с просьбой перечислять средства на счет фонда Ваня, которые пойдут на оплату предоперационного обследования и послеоперационную реабилитацию для Николая Павловича. Дорогие конники, участвуйте в акциях фонда Ваня. Помогать друзьям и коллегам – это так просто и так важно. Валер, а как встроена в благотворительную программу фонда серия турниров на Кубок фонда Ваня? Как ее участники и организаторы смогут оказать реальную помощь тем, кто в этом сейчас очень нуждается? Тут все просто. 10% от каждого стартового взноса перечисляются в благотворительный фонд Ваня в качестве пожертвования. Валер, спасибо огромное. Спасибо, что пришел, что нашел время. Будем работать. До свидания, Валер. Вид, а в рамках серии турниров на Кубок фонда Ваня будет проводиться допинг-контроль? Женя, этот вопрос дань моде. Сейчас только немой об этом не спрашивает. Нет, просто проблема эта хоть и болезненная, но требующая самого пристального внимания решения. Да, как и многие другие острые проблемы в области спорта, которые так и не будут устранены, если делать вид, что их не существует, и придерживаться тактики не выносить ссоры из избы. А давай хоть на минутку представим с тобой, что мы комментируем Олимпийские игры, на которых отсутствует система допингового контроля. Давай, можно я начну? Добрый день. Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады, на которой отсутствует допинг-контроль. Да-да, атлетов не проверяют на допинг совсем. Итак. Финский спортсмен прыгнул на 27 метров. Очень неплохой результат для шахматиста. Только что совершил прыжок 6-м атлет из США. Зрители, затаив дыхание, уже четверть часа ожидают, когда он приземлится. Особенно порадовали нас сегодня метатели молота. 2 сбитых Боинга и 1 прыгун в высоту. Так вот, почему он так и не приземлился. Вот уже 3-й час китайский гимнаст крутится на перекладине. А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении. Канадский велосипедист забывает свой велосипед, что не мешает ему прийти к финишу первым. Какой накал борьбы! А тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине. Метатель молота совершает бросок. Похоже, китайский гимнаст докрутился. И в заключении традиционное сорокоборье. Вот наш российский спортсмен пробегает 1000 метров, прыгает 6-м, взял штангу, побежал 100-метровку, положил штангу. Шайбу, шайбу, шахмат, гол! Отличный результат! Спортсмен заходит на второй круг. Вот как-то так могли бы выглядеть спортивные турниры в отсутствии допинг-контроля. Поэтому мы за чистый спорт. За спорт в лучшем его исполнении. И за благородных людей спорта. Его прославляющих. С вами были Вита Козлова и Евгений Горовой. До новых встреч. Работаем!